позволило мне не вложить ни копейки денег. Эту фирму знают все. Вот, вот мир кроссфита, мир тяжелой атлетики, я знаю. Ну, понимаете, что значит знаю? Узнаваемость бренда, что такое? Когда слышишь слово «Winner», люди, которые знают меня и со мной общаются, знают, ну как, да? У них все равно идет ассоциация, uh-huh. что мы это слышали. Вот это называется узнаваемость, да? Все, этого достаточно. Это достаточно. Я не знаю, куда это приведет, к чему это приведет. Это для меня просто такой вот юношеский челлендж был. Челлендж — это как испытание, вызов, да, который я вот сейчас могу и с деньгами, и определенными еще усилиями реализовать. То есть в 2006 году у меня не было ни денег, у меня не было ни имени, ничего. Но у меня была вот эта идея, которой мне очень сильно повезло. Потому что те люди, которые понимают, что такое winner, слово, и те, кто сталкивались хотя бы с патентами, это очень тяжело. Я когда принес, я принес слово winner, мне женщина говорит в патентной службе, патентный этот эксперт, она говорит: Дмитрий, ну вы сами понимаете, там буквы собирают на вот так вот, возьмут буквы в кубики, вот так кинут, опа, ага, ну нормально, будем вот это патентовать. А здесь спортивная одежда, то есть, да, и слово winner, ну как бы оно должно уже быть запатентовано. И получилось так, что мне повезло, это как судьба такая была, потому что до того момента, как я подал, и за 2 месяца до этого кончилось за неиспользованием предыдущей правообладателя. Ну, это как бы судьба была. А кто, интересно, использовали? Иностранцы, они не использовали. Это была иностранная австралийская фирма, которая просто, она запатентовала, как бы фирма, и она не использовалась, и все. Таких очень много фирм, которые, вот они вроде запатентованы сейчас, но они, например, истекают срок действия у нее тогда-то, тогда-то, за неиспользование. То есть они запатентовали и забыли про нее, и все. И если вы не используете определенное количество времени, она... Вот когда я первый раз узнал, что ты ее продвигаешь... А я ее не двигаю пока в общей массе, да? Зачем? Смысла нет. Если честно заниматься, этим надо заниматься. Ну да, я просто поинтересовался, да. То ли Клоков чью-то фирму продвигает, мне интереснее за границей. Мне интереснее именно за границей на данный момент. На данный момент. Потому что наши потребители, наши российские потребители, будь то спортсмены и прочие, или другие люди, да, обычные, они любят то, что популярно за границей. Вот если за границей популярно, окей, нам тоже популярно, нам тоже надо. Вот и все, это отработанная схема уже. Надо продвигать его за границей, и наши люди, если они видят, что за границей популярно, они тоже будут это покупать. Ну это закон такой сейчас. Закон бизнеса такой. Ты глупо сразу в России начинать что-то продвигать. Это неправильно. Как российское производство? Да. Хотя я вот сторонник, что это была бы российская фирма для россиян. То есть в идеале моя мечта, да, моя мечта, как вот в спорте олимпийский чемпион, так мечта вот поэтому вот, я не знаю, куда она доведет, она мне как бы вот детская фантазия, которую я сейчас реализую. Довести ее до спортмастера, довести ее, я не знаю, до какого-нибудь сетевого магазина, чтобы она продавала. Будь то я ее продавал или другой, какой-нибудь Вася продавал, которому я продам там эту фирму, мне не важно. Мне просто вот, есть такой собственный челлендж, такой вызов. То я смогу, не смогу, смогу, не смогу. Я делаю, получается. Я сделаю все, что могу, смогу, не смогу. То есть это не цель жизни какая-то, я не хочу там, и, ну, нет, есть желание, я не хочу быть там Адидасом или прочее. Нет, конечно, это надо себя давать отчет куда-то. Но залезть в магазин сетевой, чтобы она продавалась, и пусть она принадлежит другому, на это видно, она бы была, я знал, что она моя когда-то была, вот это мне интересно. А это...